Цифра помогает доить. Игорь Цвет – один из тех, кто внедряет цифру на молокопроизводство. Ее эффективность доказали на родине разработки. В Израиле на дое бьют рекорды. Израиль сегодня в среднем на корову доит порядка 12,5 тысяч литров молока на каждую корову. Это первое место в мире. Получать результаты сегодня возможно только используя электронные данные. Все должно быть оцифровано, передано на персональный компьютер и даже на мобильные устройства, потому что только в режиме онлайн, постоянном управлении фермой, можно добиваться результатов. Вкратце, суть технологии в тщательном автоматизированном контроле процесса производства молока. Без поправок на человеческий фактор. Каждый шаг отслеживает электроника, а ее не проведешь. У каждой коровы на ноге сегодня есть, это как электронный паспорт, который находится на ноге. И об этой корове мы знаем все. Мы производим молокомеры, это электронные датчики для подсчета молока и проверки его качества. Вот этот дисплей вы видите, да? Это сам стакан молокомера. И ноу-хау, это лаборатория на каждом доильном месте, которая с помощью специального алгоритма проверяет качество молока. Это жирность, белок, кровь в молоке. И вы сразу получаете эту информацию на дисплее своего персонального компьютера. И в режиме онлайн можете обрабатывать эту информацию и по этой информации менять корма, свое видение фермы. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. И все активнее цифру используют жители Казахстана.